Ну что, народ, всем привет. Вот мы наконец-то и на Днепре. В этот раз я с сыном вырвался. Решили пожалеть себя, поспали до 8:30. Ну, в общем, рыбаки еще те. Ну, а зато у нас уже есть первый заброс и первая чехонь. Так что старанкой мы уже будем. Вот. Сейчас попью чаем, поставлю один фидер у меня для сына, один для меня. Поставлю второй фидер, порыбачим, выработаем прикормку, пойдем домой. Правда. Все тогда, погнали, ловим рыбу. Явка. Небольшая, но приятная. Что, тянет? Поднимай выше, а то в дно упрется и все. И капец будет. Не торопись, не торопись. Есть, я ее вижу. Есть, красавчик. Стой, 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 оторвется сейчас. Держи всегда ее на дне. Все, сына поймал подлещика вот такого маленького, но зато симпатичного. Кстати, ты наплак как будто пилкой спилен. Что это за прикол? Не пойму. Опа-на, поклевочка. Есть что-то, но что-то очень маленькое. Идет как-то так, как мешок с говном. На кулек вообще похож. Вот в бровку упирается. Давай, давай, давай. Не порть мне настроение. Иди сюда, иди, 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 иди. Что это? Я же говорю, кусок говна какого-то. Ёб твою, что это? А, все правильно. Это рыба и трава. О, отлично. Кто это у нас? Кто это, кто это? Кто это, кто это? Чихушка, чихуюшка, чихуюшка, чихуашка, чихуяшка, еще одна очередная. Сегодня день чихони у дяди Миши. Ой, какая красивая, ой, какая красивая. Вот какая красавица. А, серебро какое. Класс. Класс. Серебряная радость. Ай, какая переливается, гляньте. Супер. Не дай ей придавить груз на дно. И сюда чуть-чуть, подальше от травы, сюда тащи. Не нервничай, не дергайся. Потому что не той рукой крутишь. Выше держи удилище. Не делай резких движений, бо оторвешь губу. Ну, хорошо, хорошо. Я вижу, она идет. Где она? Да, что-то есть. Такая у меня наживка, я уже сошел с ума, ничего не клюет, выдумываю уже все подряд. Если это клевать не будет, то на такое, то, наверное,
достану вьетнамскую звездочку. За ней корвалол придет. Так, ну что, рыбалочка наша подошла к концу, к логическому завершению. Воду мы с сыном уже всю выпили. Еду всю съели. Я не брился специально, потому что знал, что будет плохой клёв. Потому что по всем прогнозам должен был быть ужасный клёв. И если бы я побрился, то мы вообще ничего не поймали. Забабон такой есть, понимаешь, рыбацкий. Ну, у меня, по крайней мере. И он работает. Вот. И вот благодаря тому, это вот старый рыбацкий, так сказать, этот самый. Совет такой, секрет, старый рыбацкий секрет, что перед рыбалкой бриться нельзя вообще, иначе будет беда. Вот, я не побрился, и мы сегодня, можно сказать, вообще на большую удачу, потому что мы начали ловить с 9:30, да, где-то? С 9:30. Даже с 10. Вот, и то. Половили чехоньки. Счет у нас, по-моему, равный, да? Да, счет равный. По-моему, у каждого по 3. У каждого, да, там по 3 или по сколько штук. Ну, короче, был один подлещик у тебя. У меня подлещик, все остальное чехонь. На удивление, я вообще не думал, что чехонь будет, но она все-таки была. И она порадовала. Вот, поэтому рыбалку выходного дня считаю успешной. Отдохнули мы хорошо, даже выспались сегодня. Тебе на фидер понравилось ловить? Вообще, да, огонь. Больше, чем на удочку. Ну да, тут же прибамбаса можно, ароматизаторы там всякие использовать. Прикольно. А там с этой удочкой стоять ждать полгода. Ну да, фидер все-таки, фидерная рыбалка, это все-таки динамичная рыбалка, потому что надо перезабрасываться, надо кормиться постоянно. Вот, надо менять тактику, надо подбирать ключик, надо подбирать запахи приманки, надо подбирать цвета приманок, глубину, длину поводка, крючок. В общем, куча всего, там нюансов много на самом деле. Дистанцию. В общем, вариантов немерено. Все это приходит с опытом. И все это очень интересно на самом деле, если этим заниматься. Червей забираем, опарышей съедаем, идем домой. Все. Всем пока. До новых встреч в новых выпусках. Жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. И вы не пропустите новые видео, которые я обязательно для вас сниму. Пока.